Здравствуйте! Сегодня погода у нас очень ветреная в Баку. И поэтому мы решили все пляжные процедуры отменить и пойти с детьми в зоопарк. С подружкиными детьми. И мы все пойдем в зоопарк. Они пока не приехали. Сейчас купим быстренько билеты. Зоопарк находится на том же месте, как в старые добрые времена. Метро Гианджелик. В той части здесь еще был парк, роща. И ходил поезд. Детская железная дорога располагалась в этом парке. Зоопарк после ремонта. Зоопарк я вам снимала уже как-то раз. На море мы сегодня... Вообще, я сказала, они хотели в аквапарк сегодня поехать, просили. Я сказала, извините, конечно, но я не смогу, потому что Алечку еще на антибиотики. Какой же нам аквапарк? И Мин что-то у меня зашмыгал. Мы ночью спали под кондиционером. Обычно открываем окна и все, а эта ночь была очень жаркой. И мы решили включить кондиционер. Билет в зоопарк для бакинцев. Хочу отметить цену. Сейчас они приедут, детишки, мы пойдем. Если кто-то хочет в Баку пойти в зоопарк, значит, цена на взрослого человека 5 манат, на ребенка с 3 лет 2 маната. Если с иностранцем, то дороже. На ребенка с 3 лет 2 маната. Вон Лика, идем. Вон они, вон Лика. Ура! Это игуана. Смотрите, как на Алекса похож. Это игуана. Это игуана, да. Игуана, да. Привет, игуана. Здоровье, значит, их здесь кормят. Их кормят, конечно, но они... За ними следят, они чистенькие. Смотри, смотри, смотри. Да, прям идет, кушать хочет, кушать. Да, да, они голодные. Ой, еще один голодный. А там есть светлые, есть светлые. Это маленький такой. Это хамелеон. Это не хамелеон, это хамелеон. Это что, я не знаю, какая-то ящерица, непонятно. И они сидят неподвижно, чтобы не спалили. Нет, да. Но он ловит насекомых. Он двигается, да. Чтобы... Наши рыбки. Ух ты! Вот сюда бы я бы мог зайти. Да, он тебя бы обнял от силы сердца. Ну, да, не думай, что с ним можно справиться. Ага. Да, с ним можно справиться. А вон еще один двигается, смотрите, вон на дереве. Вон уползет. Осетрина. Вот такая осетрина будет стоить в магазине. Вот такая рыба. Манат 500-600. Да ты что? Килограмм 40 манат, Даня. Не выдумывай. Килограмм 40 манат. Кило 15. Да? Да. Вот это маленькая, красивая. Долгоносая. Это маленькая? Да. Я слабые эти.
мышцы, а вот на сжимание... Ну, он прям приплыл к нам. Посмотрите на меня. У нее дорогой телефон, мне как? У нее телефон стоит как 4 моих. Она уже достала, говорит, купи мне телефон. Ага. Он аж плавает. Смотри, поплыл. Да. Ему стало интересно. Это... Он к тебе проявил интерес. Ой! Ударила ее локтем. Ничего! Я тебя не видела сразу. Алина, при желании они могут быть. Сейчас пойдем посмотрим. Сейчас пойдем. Нет, тигры дальше. Здесь недавно двое. Два медвежонка родилось. Нет, это на бульваре. Здесь у Маки с Викой есть. Водопад. Как красиво. Нет. Здесь рыбки плавают. Лебеди, уточки там. Водопад. Лебедь, смотрите. Ух ты, смотрите, какая огромная рыба. Ой, да. О. Рыба одна живая. А там здесь территория тигра. Он купается. А вокруг рыбки плавают. А что они едят? Их кормят. Смотри, какие рыбы крупные. Фламинго. Ой, как купается. Это лебедь. Да, а вон уточки. А вон еще лебеди. Это фламинго. Нет, это не тигр, это леопард. Им жарко, бедным. А здесь тигрята вон лежат внизу. С мамой, правда, их не очень-то видно. У них бассейн глубокий. О, водопад! Да. У них хорошая территория. А это, наверное... Такое стекло, и можно полюбоваться тиграми. Правда, они спят, к сожалению. Вот под навесом. Ой, маленькая обезьянка. Что это? Маленькие обезьянки. Одна всего. Они маленькие, кстати. Да. Какие смешные. Я обожаю. У нас в Израиле тоже в зоопарке. Я все время к ним подхожу. У него мордочка такая сладкая. Они могут его кусить. Конечно, они все дикие же. Хищники. Да, но они сладкие. Нет, они не хищники, но все равно они тоже агрессивные бывают. У них морды сладкие. Да. А тут
У нас тоже летает, но в Ханасава ночью прилетает. Если бы не Ханасава, у нас был бы один зайчик. А он понял, что у нас одного нет, он теперь после этого нас еще 300. Это крупный считается? Нет. Очень красивый. Вау, он очень толстый. И очень красивый. Смотри, какие красивые. Берут оно, да, барбурима, барбазин, шхорим, и много шхорим. Утки красивые. Они линяют. Линяют они. Они просто невероятных размеров. Огромные. Сейчас еще придет. Он показывает себя. Идет, идет, идет. Угу, не поймаешь. Давай вставай. Здесь, по-моему, контактный зоопарк. Контактный ты можешь погладить. Погладить. О, Алекс. Для нее контактный это все. Кролики. Ой, кролики. Кролики. Здесь пони, смотрите. А здесь козлики. Все, мы выходим. Эмин, подождите. Все, мы погуляли, сейчас выходим. Аля, у тебя все есть. Выходим, выходим. Фламинго, динозаврики. Это из Мадагаскара. Так, после зоопарка проголодались, зашли в молл. Сейчас будем питаться. Заказали шаурму с мясом. Где та шаурма? Альке, да, она захотела, я ей отдала. Не, я не хочу.